Всем привет! Меня зовут Мускатина Катя, и это наш проект «Масляная среда» совместно с компанией Capital Loop. Друзья, по многочисленным просьбам вы просили, мы вас услышали и добавили в семейство Mercury GP Smart Loop алюминиевую смазку. Алюминиевая смазка Mercury GP Smart Loop. Давайте осмотрим упаковку. Перед нами абсолютно привычный аэрозольный баллон со стилем этикетки, очень нам хорошо знакомый, по другим смазкам из серии Mercury GP Smart Loop. В элемент дизайна внесен логотип Capital Loop. Указано название продукта, температурный диапазон использования и визуализированная колесная ступица. Объем, как у всех смазок, 400 мл. Баллон снабжен распылителем чешской компании Кохинур с удлиняющей насадкой для удобного доступа к труднодоступным узлам и соединениям. В чем особенность именно алюминиевой смазки и в чем ее отличие от медной смазки? Несмотря на то, что температурный диапазон чуть меньше, чем у медной смазки, плюс 900 градусов Цельсия вместо 1100 градусов, именно алюминиевая смазка, с учетом особенностей строения современных автомобилей, которые используют большое количество деталей из алюминия, подходит лучше. Как мы уже говорили в обзоре медной смазки, медь и алюминий – гальваническая пара, и на стыке этих двух металлов образуется коррозия, то есть ржавчина, которая со временем может сильно испортить детали. И при использовании алюминиевой смазки эта проблема решается сама собой, так как частицы алюминия с алюминиевыми деталями в реакцию вступать не будут. Применение алюминиевой смазки. Применяется при ремонте и обслуживании тормозной системы, системы выхлопа высоконагруженных деталей подвески. Высокодисперсные частицы алюминия выполняют функцию сухой смазки даже после того, как все остальные компоненты выработаются или выгорят. Предотвращает прикипание шпилек впускного коллектора колесных болтов. Смазка эффективна при обработке резьбовых соединений горелок, котлов и прочих элементов отопительных систем. Используется при обслуживании элементов промышленного оборудования для предотвращения задиров, прикипания и коррозии, там, где использование медных смазок не рекомендовано. Предотвращает холодное сваривание деталей под нагрузкой, толчки и вибрацию при скольжении. Алюминиевая смазка эффективна при температурах от минус 30 до плюс 900 градусов Цельсия. Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение 1-2 минут. Давайте взглянем на состав. Алифатический растворитель – больше 30%. Смесь пропан-бутанового газа для создания давления – больше 30%. Синтетическое масло – 5-15%. Высокодисперсный алюминиевый порошок – 5%. Функциональные добавки – 5%. Меры предосторожности. Баллон находится под давлением, и использование предполагает соблюдение соответствующей техники безопасности. Не курить при использовании, не ставить на солнце, использовать очки, ну и так далее. Не маленькие, должны знать. Данная алюминиевая смазка, как и все семейство Mercury GP, производится в России, благодаря чему удалось добиться отличной цены. Рекомендованная розничная цена составляет 248 рублей за баллон 400 мл. Для того, чтобы быть уверенным, что вы купили оригинальную продукцию из первых рук, сотрудничайте с компанией Capital Loop. Это не только дистрибьютор и импортер продукции Petronas, но и производственная компания, которая очень внимательно следит за качеством продукции своей собственной линейки Mercury GP. Покупая продукцию у них для себя лично или для своего автосервиса, магазина или для оптовой компании, вы получаете гарантию того, что оригинальный продукт из первых рук. Ссылки на алюминиевую смазку в описании. Если вам понравился ролик или появились вопросы, обязательно напишите об этом в комментариях. Не забываем поставить лайк, подписаться и нажать колокольчик. Ровных вам дорог, качественных масел и смазок. Ведь вы этого заслуживаете. Это была Мускатина Катя и наш проект «Масляная среда» на канале Capital Loop.